Сергей Ганкевски, фантастиури поет и прозаик. А и чеми Талабаро, журнал за вас газды иностранная литература, и мис редактор Алиан Жават. Алиан Карги Адамьян, Алиан Сайнтересом, Калаке Уброви позиции, а чем ты снишь новование. Да, на пикропру, а вот как на Сашу Алабаро, новый сминат Роберт Сергейс. Лексеби, я себе, что были я того сад китхови, радзисе тавису по режим, чем идару, радзисе вас. А мы с гарда тавис дрозе, я говорю, мэн котам, шо там, радз цигни гава кэтэн, то пара шегр бетэм, сачу брат, мэй вот ай вот цигна бин, то как бы харту бету гэкна бет, радз русулу прорезис, тарму на бин. Так что, Сергей, целиком предоставляем слово тебе. И мы все внимательно слушаем, включая меня, мне все будет очень интересно. А я, это тоже ведь работает, да? Здравствуйте, я признателен всем собравшимся. Для меня и радость, и честь выступать в Грузии перед вами, в вашем замечательном университете. Я, ей-богу, я не очень знаю, как вас развлечь, потому что всю жизнь я писала лирические стихи, время от времени пишу их. Иногда я пишу прозу в том или ином виде. Ну, давайте будем перемежать, может быть. Я сколько-то почитаю стихотворений. Если у вас возникнут какие-то соображения или вопросы ко мне, я попробую на них ответить. Ну, там, во всяком случае, приложу все силы. Вот, так что я перехожу к своему основному роду занятий. Цыганка вальса, мотая юбкою, в вокзал с младенцем на весу. Художник, словно на четвертой рюмкою сидишь, и ни в одном глазу. Еще нагляднее от пойла жгучего все-все художества твои. Бери за образец коллегу тютчего, молчи короче и таи. Косясь на выпивку, чистит пророчица, но не содержит эта речь и малой новости, какой захочется купе курящее развлечь. Играет музычка, мигает лампочка, и ну буфетчица зевать, что самое, где время лавочку прикрыть и выручку сдавать. Шуршат по насыпи чужие особи, диспетчер зазывает в путь, а ты сидишь, как Меньшиков в Березове. Иди уже куда-нибудь. Слышно? Ну, я прошу, мне аплодисменты всем приятны, но после каждого стихотворения не аплодируют. Все разом, вещи в коридоре, отъезд и сборы в попыхах, шесть вялых розы крематорий и предсказания в стихах, другие сборы, путь не близок, себя в трюмо, а у трюмо засохший яблоко огрызок, все одиночество само. Или короткую порою десятилетия назад она и он, как брат с сестрою, друг другу что-то говорят. Обои в клетку голубую и обязательный хрусталь семейных праздников, любую подробность, каждую деталь, включая освещенность комнаты, мебель, тумбочку, комод и лыжи за комодом вспомнит проснувшийся и вновь заснет. Фальстаф молодости, я сказал «прощай» и сел в трамвай. В процессе эволюции не вдруг был шалопай, а стал бирюк. И тем не менее апрель с безалкогольной копелью мне ударяет в голову, как хмель. Не водрузить ли несколько скворешин с похвальной целью? Не пострелять ли в цель?
Короче говоря, я безутешен. Я по лестнице спускаюсь и тихонько матюкаюсь. Толстой девочке внизу делаю козу. Разумеется, при спуске есть на психику нагрузки. Зря я выпил без закуски, как это по-русски. Солнце прячется за тучкой, Бобик бегает за жучкой, бьется бабушка над внучкой. Сделай, дядя, ручкой. На смерть и Б. Здесь когда-то жила, старшеклассницей была, а сравнительно недавно своевольно умерла. Как, наверное, должна скверно тикать тишина, если женщине-красавице жизнь стала немила. Уроженец здешних мест, средних лет, таков, как есть, ради холода спинного навещаю твой подъезд. Что ли, роз на все возьму, на кладбище отвезу, уроню, как это водится, нетрезвую слезу. Я не лез в окно к тебе из ревности по злобе, по гремучей водосточной к небу задранной трубе. Хорошо быть молодым, молодым и пьяным в дым. Четверть века зряшным подвигом моим, голосом, разрезом глаз, с толку сбит в толпе не раз, я всегда обознавался. Не ошибся лишь сейчас, не ослышался, мертва, пошла кругом голова. Не любила меня отроду, но ты была жива. Кто б на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился, чтоб разом смерть была да вышла вся. Воскресать так воскресать, встали в рост отец и мать. Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать. Мы Андроповки берем, что-то первое колом, комом в горле, с луцким слогом да частушечным стихом. Так от радости пьяны, гибелью опалены, в черно-белой кинохронике вертаются с войны. Нарастает стук колес, и душа идет в разнос. На вокзале марш играют, слепнет музыка от слез. Вот и ты одна из них, мельком видишь нас двоих, кратко нафиг посылаешь обожателей своих. Вижу я сквозь толчею тебя прежнюю ничью, уходящую безмолвно прямо в молодость твою. Ну иди себе, иди. Все плохое позади, и отныне надо думать, хорошее впереди, как в былые времена, встань у школьного окна, имя, девичью фамилию, выговорит тишина. Выуживать мелочь со дна кошелька, вслепую от блеска заката. И, выудив, бросить 2-3 медика в коробку у ног музыканта. И прочь через площадь в закатных лучах в какой-нибудь Чехии, Польше, разбитое сердце, своя голова на плечах, чего тебе больше. Ну, давайте я пока прервусь. Может быть, мы о чем-нибудь можем поговорить. Например, если вы меня о чем-нибудь спросите. Да. Я посмотрела вашу биографию, и там я прочитала такое, что в 96-м году вам была присуждена премия «Анти-Букер», насколько я правильно говорю, за книгу «Стихов праздник». Но вы отказались от этой премии, так было написано. Можно узнать, почему? Да, ну можно, но я, разумеется, на эту тему мне не очень приятно говорить. Нет, ну вы спросили, там нет никакого секрета.
они себя, учредители этой премии, вели себя оскорбительно по отношению ко мне. Я вспылил и сказал, не надо мне вашей премии. Спасибо. Нет, что? Одновременно присуждали и плохо себя вели. Ну да, это бывает так, когда, ну, как, когда уровень достатка сильно обгоняет культурный уровень, это вполне может случиться. Учредители премии часто воображают, что они разбираются в поэзии, а это поэтов оскорбляет. Ну, фокус же не в том, чтобы там, ну, как-то наградить, еще уметь не обидно это все. Ну, что мне спится? А что ты сказал, что лишь арсенал вообще себе усидчивает от твоего рода? Твой тан я не буду ни слушать. А опять-таки тех данных, которые я вычитала, вы переводились и переводитесь во многих странах. А, как я узнала, откуда вам информация, вы все известны в мире, один из известных поэтов. Но несмотря на это, вы все-таки решили свой день рождения и юбилей справить в Грузии, в Тбилиси. Я, в принципе, знаю ответ, но все равно я хотела бы от вас услышать. Почему? А я не понял, что... Ну, во-первых, вы преувеличиваете меру моей... Ну, давайте я вам буду говорить правду, тем более, что она... Да, может быть, она... Это тем приятнее, что мы собрались с семейным советом, что... Громоздкий юбилей, что много народа, которых я бы хотел повидать, и которые, возможно, будут меня поздравлять, там, уважаемые мною коллеги, уважаемые, любимые мною родственники, потом за все-таки 60 лет, ну, слава Богу, я не был обойден дружбой, но это совершенно разные круги, что значит их, этих разных людей, да, там, начиная от 80-летнего дяди до там 40-летних друзей моих, которые моложе меня, вряд ли им будет всем интересно, если их собрать вместе, да, значит, надо несколько подряд устраивать банкетов. Я испугался, что мне не хватит здоровья, да. Вот, и тогда мы постановили на семейном совете, что хорошо бы куда-нибудь уехать. И почему-то мы решили, что, что хорошо, пусть это будет Израиль. Не надо возиться с визами, тепло. И потом, может быть, мою дочь, которая только что подъехала, она сказала Грузия, и сказала, боже мой, конечно же, в Грузию. Вот, да. Тем более, что в Израиле мои домашние все были, а как раз дочь первый раз в Тбилиси. Так что вот был такой выбор, и он был... Счастливо разрешен, потому что обе страны замечательно симпатичные. Спасибо. Вы вчера приехали или сегодня? Частями. С женой вчера. А дочь потеряла... Нет, ну, в общем, там недоразумение чисто бумажное с паспортом. Она догнала нас сегодня. Нет, просто мне интересно, вы же раньше тоже бывали. А, в этом смысле, да? Так. Ну, мне трудно. Я знаю все же самые, я в этом вполне уверена. С тем же теплом они вас встретили и все такое. Ну, вот то, что вы такой припосадкой, да, я работаю. По-моему, я впервые здесь очутился, когда мне было года 22. То есть почти 40 лет назад. Мы с моим покойным приятелем добрались через пень-колоду, там, с поезда на поезд
перебираясь, потому что не было билетов, мы очутились здесь и были, конечно, наши удивлены. Вот. И, ну, в первую очередь, ну и красотой города, и приемом. В общем-то, совершенно незнакомый нам человек дал нам кров, да еще какой на Лабаре. После этого я писал даже очерк об этом спустя 40 лет и похоронил его. Мы с Катей хотели по Лабару, и Катей сказал, знаешь, этот Роберт умер. А что он мне написал? Потом в Москве мне сказали, что рано меня хороните, я жив, я просто переехал в Москву. Слава Богу, говорят, что это хорошая примета, что в таких случаях, ну, я способствовал его долголетию. Я рад. Вообще, мне кажется, что вот такое особое сентиментальное отношение русской, ну, сперва просвещенной дворянской части, да, в 19 столетии, уже в 20-м интеллигентной части, всегда Грузии была вот эту огромную нашу холодную северную страну, как-то, ну, Бог, что ли, пожалел, и к ней, по-моему, достаточно бескровно, если я не ошибаюсь, да, прибилась вот такая обаятельная страна, как у нас появилась своя маленькая Италия. Вот, и, конечно, вот этот миф, ну, даже не миф, а, ну, в общем, такая легенда прекрасная существовала, и Грузия очень много значила для России, тем среднее поведение российских властей, да. Ну, они ведут себя как свиньи, как видите, не только по отношению к Грузии, а по отношению к собственным детям. Да-да, нет, ну, это я так, к слову, пришлось. Ну, после этого, спустя годы, я приезжал сюда, потому что мечтою, ну, многих неприкаянных литераторов, достаточно молодых моей тоже было, ну, вот, зарабатывать на хлеб переводами и перевозить грузинских поэтов было понятным и сильным желанием. Так что здесь я был, ну, там, 30 лет, например, назад уже в таком качестве начинающего переводчика. Только что пришло мне в голову, что первая, ну, просто первая в жизни публикация была в журнале «Литературная Грузия». Сейчас его нет, наверное? Очень. Выходит, да? Регулярно. В последнее время не так. Но... Нет, несколько раз выпускали. Ну вот покойный Геймар Гвелашвили, которому вообще русская литература многим обязана, я его биографически обязан просто первой большой публикацией, о которой я узнал только когда она произошла. Такого просто не было при советской власти. Каждой публикации всегда предшествовали долгие, изнурительные там напоминания о себе. Ну, они были настолько долгие, изнурительные, что там я или друг, к которому я имею честь принадлежать, просто не проходили этих испытаний, поскольку самолюбие было дороже. А то, чтобы просто я не отправлял стихи в Гвелашвили, и они вышли. И, в общем, я стал принимать уже поздравления. Я был настолько тронут, что собрал денег и приехал сюда и с ним познакомился. Вот, так что у меня, я был в Грузии не только в качестве литератора, а в качестве землекопа. Вот Михалик Дерчашвили напомнил, что я действительно нанимался работать в разные партии, в том числе одна почвоведческая экспедиция трехмесячная была по всему Кавказу, как северному, так и за Кавказью. Вот, и, так что я и копал землю Грузии. Она очень красивая, в Аджаре она красного цвета. В России такой почвы нету. А вы знаете современную грузинскую поэзию? Нет, я не знаю современной грузинской поэзии, но вообще там трудно говорить о знании поэзии, когда ты не знаешь языка. Один. Ну вот, мы дружим с Шатай, я знаю Звиадра Тиали. Вот я высокого мнения об их стихах. Однажды я долго лежал, месяца два лежал в больнице и взял с собой самоучитель грузинского, пока не дошел до числительных, один восклицательный. Здесь я сломался. Но сегодня я убедился, что я уже даже и буквы забыл.
Или первый? Да, что? Вообще, да, наверное, было бы хорошо услышать перевод. Да, конечно. Наш шрифт очень непривычен для русских. Один раз мне сказал один мой друг, вот это нигде не обидишься, если я тебе правду скажу. Мы там чего, правда обижаться. А вот дети, когда видели грузинские записи, говорят, кричат, ой, грузины приехали, жопами что. Эти говорят, наши эти старые штучки. И, например, о, тебе это кажется. Совсем другая реакция была в Голландии, когда я был один поэт голландец, мне сказал, ну, очень это красиво, ну все, вы тройками пишете. Я потом задумался, все эти тройки там разного типа там. Ну так это как... воспринимается со стороны, да, что поделать. Вот он так это. А многие говорят наоборот, что грузинский шрифт очень красивый. Красивый, красивый. Нет, он, нет, то, что сказал Катер, никак не исключает. То, что сказал, вот вам часто приходится, наверное, ездить в разные страны, с читателями, любителями поэзии. Но многие, наверное, не наверное, не знают просто русского языка. И, разумеется. Ваши стихи они слушают, воспринимают на своем языке, то есть в переводе. Вот в этих, после этих встреч, когда вот в результате всего этого, в какой стране, в каком народе, интересно, вот больше вас понимают, на ваш взгляд, допустим, вы где чувствуете большее понимание, ну, кроме России, конечно. Было такое, что вот вы ощутили какое-то вот единство с слушателем иноязычным ваших стихов, ваших поэзий, которые больше это понимают? Да, нет, я не могу ответить на ваш вопрос, ну, потому что там, три выступления в одной стране, там два в другой, было бы слишком безапелляционно делать такие обобщения. А потом обычно же выступаешь перед очень благовоспитанными людьми. И даже если им не нравится, они сидят совершенно так, непроницаемыми лицами. Честное слово, не знаю. Я знаю одно, что, например, ну, вот таким регулярным стихом в Америке и в Западной Европе уже давно не пишут. И я не всегда знаю с таким, ну, вниманием меня слушают, потому что внимание заслуживают, собственно, мои стихи или манера исполнения, от которой они уже отвыкли. В Австрии мне однажды сказали, ну, я, ну, в общем, не нашел ничего обидного, что вы читаете, ну, как будто молитесь. То есть для них это уже довольно забытая манера. А русскоязычные, которые живут за рубежом, здесь часто устраивается, ну, устраивался такой фестиваль русскоязычной поэзии, да? Ну, несмотря на границы, на русском языке почти все пишут как обычно. Ты про Шестинского говоришь, да? Да, фестиваль, кто? Ну, это же, подозрительный, там поэзии. Да-да, нет, я участвовал в одном таком фестивале, да, я знаю, что... Дифференциация там такая, что там очень такие вот даже слабые поэты приезжают, и ну, вот тот же самый, да. Самый сильный из них, Цветков, это... Да, и Махницкий же. Да. Прекрасные поэты. Да. Но пока я здесь, Цветков живет в моей квартире в Москве. Зовут вы редактор журнала «Иностранная литература», да? Знаете, вообще-то очень медленно
заходит поэзия, современная поэзия, очень медленно доходит до нас. А проза, ну, вообще, понимаете? Вот сейчас те авторы, иностранные авторы, которых мы здесь читаем, но эти те авторы, которых должны были читать вот в свое время постарше, ну, где-то на 20-30 мы оставим. Что вы читаете вообще, этого не понятно. Серьезно, да? Я например, не имею представления. Вот здесь что читают в Грузии сейчас, каких авторов? Кого переводят, того и читаем. Вот. Кого переводят? Но тем не менее, сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Да, лучше послушаю. Для меня интересно, мне интересно, чем отличается, ну, какие главные направления современной поэзии? Каких авторов вы нам бы посоветовали современных? Ну, чтобы переводить нам. И чтобы переводить, чтобы почитать, чтобы быть все время на волне. Ну ничего себе вопрос. Да, ну действительно, чрезвычайно сложный, а то, что я вам скажу, и без меня знает Сахини, например, да. Я уйду от него, потому что он действительно очень специальный. И я не хочу пускать пыль в глаза, там, если бы мне дали там час-два на раздумье, то я немного. Ну, спасибо. Какие кавши читаю? Ну, личный интерес вот какой-то поэзии есть, например, как американская или там французская, или там немецкая, вот личный вот какого типа, да? Да, вопрос понятен. Ну, во-первых, я считаю, что, конечно, поэзия очень теряет в переводе. Вот то, что для нас сначала доходят прозаические произведения, это объясняется тем, что в прозе все-таки важны сведения, да? Поэзия может обойтись без сведений. Она вся заключена в языке. И поэтому, ну, в общем, это чудо, когда из стихи одного языка можно перенести без катастрофических потерь стихию другого языка. Ну, по большей части происходит, как называется, членовредительство, несовместимое с жизнью, вот, как правило, перевод. Так что, ну, ровно поэтому, конечно, в первую очередь, мы читаем прозу, и мы можем с некоторой долей уверенности сказать, что да, мы знаем Фолкнера. Применительно к поэтам мы не можем с большой долей уверенности такого сказать. Это первое обстоятельство. Потом, я бы не решился об этом говорить, но в данном случае я опираюсь на мнение людей, которые здорово знают английский язык, что американская, вообще англоязычная поэзия, и шире говоря, западная поэзия, что там она сейчас в каком-то критическом состоянии. Вот те верлибры, которые они сейчас пишут, мною не воспринимаются как стихи, да? Вот, это какие-то такие медитации. Может быть, это действительно так. Вот я отвечаю на вопрос. А вот это как раз логично. Да. Ну вот сейчас, перед отъездом, я... Тем более, что американская поэзия очень многое там приносила, ее очень интересная всегда. Да, не знаю, как для вас, начиная с Фолкнера, заканчивая... Speed Generation, да. Ну да, ну вот да, перед отъездом. Такие поэты все всегда, да, так.
Да, ну вот я говорю, что перед отъездом сюда я стал подборку стихов Майкла Палмера. Это какой-то известный и крупный американский поэт. Я это сдал как профессионал-редактор. Меня, как читателя, это не задело совершенно. Вернигер, да? Да. Да. Мне интересно, какой ваш первый стих? Первый стих? Не скажу. Нет, я его знаю, разумеется, оно очень слабое. А, совсем первое. 9 лет девочка из нашего класса, которая мне очень нравилась, она, ну или не она, ее родители получили другую квартиру, и она переехала, в общем, она перестала учиться в нашей школе, и мое, я, у меня было разбито сердце, я написал большую поэму. Вот это были первые стихи. Где вы первые? Лицом вы говорите по-сердечно, вы... Да. Ну что, друзья, давайте я еще прочту несколько стихотворений и... А мы пока подготовимся. Нет, мы можем просто проститься. Если их не будет, то я буду вам все равно признателен. Мама маршевую музыку любила, веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад призывным вздохом духовых. Видно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма на 1/6. Будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит пол в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день-деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, маменькин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Старость по двору идет, детство за руку ведет, а заносчивая молодость вино в беседке пьет. Поодаль зрелые мужчины, Лаиса с персиком в перстах, и для полноты картины рояль виднеется в кустах. Кто в курсе жизни, вряд ли станет стыдиться наших пустяков. За не метаморфозой занят. Жил человек, да был таков. А я в свои лета приятель и побратим по мандражу. На черный этот выключатель почти без робости гляжу. Чик-трак и мрак, и все же тайно заходит с 4 сторон, где светит месяц made in China, и спальный серебрит район, где непременно в эту пору лишь стоит отодвинуть штору на фоне каждого напротив каждого окна звезда щиты. Вот и она. Обычно мне хватает 3 ударов. 2-й всегда по пальцу, бляха-муха, а 1-й и последний по гвоздю. Я знаю жизнь. Теперь ему висеть на этой даче до скончания века. Коробиться от сырости, желтеть от солнечных лучей и через год просроченному сделаться причиной неоднократных недоразумений, смешных или печальных, с водевильным оттенком. Снять к чертям и на растопку. Но у кого поднимется рука? А старое приспособление для учета дней себя еще покажет и время уместит на острие мгновения.
какой-то здешний внук, в летах, с щетиной, сухостью во рту, в каком-нибудь 2000 веселом году придет со спутницей в музей. Для галочки, Европа как-никак. Я знаю жизнь, музей с похмельем мука, осмотр шедевров через не могу. И вдруг он замечает бляха-муха охотников, тех самых на снегу. Последнее стихотворение прочту и будем закругляться, так или иначе. Когда я был молод, заносчив, смешлив, раз в забвенье приличий, я не пошел ни на сходку повес с битьем зеркал, ни к Лаисе на шелест ее шелков. А с утра подался на Рижский вокзал, взял билет, а скорее всего не брал, и за час примерно доехал до... Вот название станции я забыл. В жизни я много чего забыл, но помню тот яркий осенний день, озноб тополей на сентябрьском ветру, синее небо и т.п. В сельпо у перона я купил чекушку и на сдачу батон. Спросил, как короче пройти к реке, и мне указали кратчайший путь. Вымах, плутала Истра река, переливалась из света в тень, и повторялись в реке берега, как повторяются по сей день. Хотя миновало 40 лет, целая вечность коту под хвост, а река все мешает тень и свет. Но и наш пострел оказался непрост. Я пил без закуски, но не косел, а отрезвлялся с каждым глотком. И я встал с земли не таким, как сел, юным зазнайкой весельчаком. Выходит, вода пустяшной реки 40 лет, как утекшая спрочь стремглав, по-прежнему держит меня на плаву, даже когда я кругом не прав. Шли и шли облака среди тишины, и сказал я себе, поливая траву, значит так, и заправил рубашку в штаны. Так с тех пор и живу. Спасибо за внимание. Все? Никто не встанет? Давай, ты прочти, ты можешь прочесть по-русски лучше, потом по-русски. Его по-русски, по-другому. Ну, давайте. Будет вот так. Я помню. Точнее. Еврейским блюдом угощала, за антикварный стол сажала, на вы из принципа звала, стелила спать на раскладушке, а после все-таки дала, как сказано в одной частушке. Ввиду имея истеричек, я, как Онегин, мог сложить Петра Великого из спичек и благосклонность заслужить. Чу, гадкий лебедь встрепенулся. Я первой водкой поперхнулся, впервые в рифму заикнулся. Или поплыть? Ай да! Мы что ли не матросы? Вот палубы и папиросы, да и попутный поднялся. Вот Лорелей, Россия, вот лето. Есть еще вопросы? Но обознатушки какие, чур перепрятушки нельзя.
ახლოთა საგამოვიდა. მაწოდებდა ებრაულურ კერძებს, ანტიკვარულ მაგიდასთან სვამდა, ბრუდერშაფზე ჩემთან ერთად სვამდა და თქვენობით მომმართავდა, როცა გამიშავა ლოგინი და მომცა. ჩასტუშკებში რომ ღერიანისე, ისტერიკაც გამიმართა მისვე, მაგრამ რადგან ონეგინის მსგავსად, ქვნიდი პეტრეს მეც ასანთის ღერებით, მთელი ღამე კოცნითა და ფერებით დამღალა და არ გამიშვარსად. შეფეთვა მთელი გედის ჯუღმა, უცებ ყელში გამეჩხირა ლუკმა და პირულმა რითმამ, არც თუ ცუდმა, თავისუფლად მოენდომა ცურვა. ჩვენ არა ვართ აქ მატროსები, აი გემბანი, აი ტროსები, ზურგის ქარიცხრის რუსეთი, ლედა და ლორელია ცინეც იძლევა. მინიშნებები არის გამხელა, მაგრამ ყველაფერ არის გამხელა, არაზიდებით არ შეიძლება. Если у нас еще одна из Я думаю, что коллеги уже устали. Спасибо за внимание. Спасибо.